сегодня воскресенье, кое-кто дома, наконец-то. Вот. И мы едем сейчас в Вегас, большой торговый центр, погулять вечерком. Да, скажи привет, привет. Вот, сейчас установили сиденье детское и будем загружаться. А еще у нас Ариана начала говорить папочка. И не мамочка, а мама. Маманя. Папочка. Папочка. Скажи, папочка. Папочка. Покричи. Папочка. Папа. Ой. Ой, папа идет. Мы сегодня утром ничего не делали. Я убиралась, парила суп на неделю. Вот. И потом мы поспали, покормили Арюшечку. И ждали, пока она сходит в туалет. Это важно, чтобы не в торговом центре. Вот, и поехали. Сейчас время около 4:30. Я еще не знаю, сколько мы простоим в пробке, потому что там пробка. Вот, так что поехали с нами. Угадайте, кто собирался 1/2 и забыл телефон. Я правда не могу без него. Поэтому я возвращаюсь обратно. Алёша мне сейчас подъедет с другой стороны дома будет ждать. Ходим по спортмастеру. Ищем какой-нибудь костюмчик. Ничего мы не нашли. То размер не тот, то какие-то цены бешеные. А ты как хотела, под Москвой, да? То сидят ужасно. Так что идем дальше. Идем дальше в поисках для минного ритуала. Ходились мы по всяким магазинчикам, ничего в итоге мы так и не нашли. И сейчас едем в продуктовый в Ашан, идем точнее, и пойдем закупаться на неделю продуктами. Кто-то так кричит. Ой, смотри, кто там. Привет, скажи. Я Аря, да? Кто тут кричит? Сейчас мы все задокументируем. Ой, так нельзя. Что тебе даст? Ты упадешь? Точилку тебе дать? Знаешь, как мы придумали? Мы коляску запихнули в эту коляску. Что тебе дать? Еще ту надо? Да. Бух. Все. Улетела. Тебя будет опять спросить, чтоб ей дали. Мама! Ну вот. Вот мы и закупились на целую неделю. Фокус-то где? Вот. А сейчас идем к выходу. Наверное, что-то еще поесть купим. Почему у меня фокуса нету? Вот, наконец-то. А вот, у нас там 3 пакета, поэтому еще и баклажка. Да, мы хотим какой-нибудь плохой пищи. У нас была потеря, большая потеря калорий. Чипсонов там будет взять. Вот, видите, о чем у нас мысли. Далеко не о правильной еде. Вот. Мне кажется, желание Ари, она бы сейчас так же с пакетом бы таскалась, как этот мальчик. Ой. Так что мы сейчас поднимемся на 2-й этаж, купим что-нибудь с собой, потому что Ариана уже все, у нее уже истерон, она так долго не может, она уже хочет кушать, поэтому мы сейчас купим себе домой с собой, а сами, ой, и поедем домой, в общем-то. Ну, в общем, машину надо как-то найти, потому что что-то мы так поставили, что
Да не, я думаю, мы быстро найдем. Вот, так что уже близимся к концу. Делала только дела по дому. Ну, вот так вот. Бывают такие дни. Вот, Лёша сегодня опять ушел в ночные смены, будем так называть, на 2 дня. И теперь я буду только через 2 дня. У меня тут просто пирамидку играет на плитке, поэтому не обращайте внимания на эти звуки прекрасные для наших ушей. Ну, никак их не избежать. Ребенок хочет играть в пирамидку. Из планов на сегодня немножко выйти... Так, куда я делаю резинку? Немножко выйти из дня тюленя. Дойти хотя бы погулять. А если по возможности, то зайти купить овощей. Вот. Потому что мы закупились. Ну, так-то все основные продукты на неделю. Вот, но овощи имеют свойство портиться, и я их не брала, потому что были еще старые, вот. А сейчас, собственно, их уже нету, поэтому... Ты пописала? Знаете, она пописала, тоже показывать не буду. Но, в общем, она пописала горшочек и дает мне, мол, на вылей. Ну, возможно, я еще поубираюсь, мне есть что разложить поаккуратнее, вот. Я еще там в одежде пытаюсь порядок навести. Вот, возможно, ну, не знаю, готовить вроде мне сегодня ничего не надо. Я вчера готовила, поэтому у меня есть и обед, и ужин. Все есть. Ну, только салатик сделаю на ужин, и все. Вот, на выходных тоже суп вот я сварила, поэтому супчик есть, и у Ари, и у нас. Так что так, вот через 2 недели собираюсь в Тверь, а возможно и на этой неделе. Не знаю еще, как сложится, но пока что предварительно 3-4 возвращаюсь я. У Ари зубные дела, у меня ногтевые дела. Вот, возможно, с друзьями встречусь какими-то. Еще там надо мне посылку получить, потому что я ее отправила в Тверь. А именно подарок там одному человечку на день рождения. Так что планов-то ума. Сейчас нам приедет, наверное, другая бабушка повидаться с Арией. Ну, Лешина мама. Ой, так что вот так вот. Алеша, конечно, останется здесь работать. А как еще? Отпуск у нас будет летом. Ну, в летний период, когда точно ничего не известно. Ну, с мая по сентябрь можно гулять 2 отпуска. Так что... До мая я буду передвигаться одна. Сейчас еще пытаюсь оформить вот эту вот, про которую везде говорят, вот это ежемесячная выплата. Ой, не знаю, пройдет у нас, не пройдет по... Ну, вот, по итогу
налоговой сумме заработка. Можете мою проверить под нее. Ну почему бы не попробовать? Получится, не получится. А, ну следовательно, вот у меня еще одно дело в Твери. Мне надо справку из университета получить. Вообще на лето у меня в планах, чтобы мы... Ну, я, наверное, на месяц-два уеду в деревню Сари, потому что все-таки это воздух, это здоровье, это лес рядом. Это вообще познание вот окружающей среды, не асфальта, а травы. Все зеленое, и живые существа, какие-то птички есть рядышком, собачки. Вот, поэтому, ну, по-любому мы поедем в деревню на 2 месяца, но... Наверное, вот май и июнь я еще буду как-то, все равно получается так, что я буду в Видном, вот, и я хочу вот за это время, выходные там когда-то вот посетить в Москве, я, конечно, была там, Аре показать, хочу зоопарк, потому что, мне кажется, ей будет уже интересно и понятно, кто это, потому что она всех животных знает. Вот, и она, когда увидит их вживую, я думаю, это будет вообще, ну, восторг. Ну, в общем-то, посетить какие-то места в Москве, вот, в начале лета, вот, а потом чисто удариться все в Тверь, в деревню, и до Ариного дня рождения пробыть там. Вот, на лето такие планы, конечно, пока не планируем никакого моря. Конечно, очень бы хотелось, но, не знаю, с данной обстановкой, скорее всего, нет. Смотрите, сейчас я приближу свой суперфокус. Я не знаю, что это такое. Вообще там, кроме как бы рощи, ничего такого нет. То ли это что-то жгут, где фокус у нас, то ли это пожар. Видите, как горит сильно. Видите? О. Боже мой. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Ну вот, так что да, у нас сегодня погодка хорошая. Утром вообще прям солнце было и небо голубое. А сейчас что-то все. Ну, уже что-то как-то пасмурно, поэтому надо пойти сходить погулять. Не знаю, что это такое. Там ничего такого и нет в лесу-то. Что-то как-то это... Ну, может быть, какой-то помойка жгут, не знаю. Вот, так что мы сейчас пойдем погуляем. Пока... чтобы снега нету, и, наверное, вроде как ветра нету. Поэтому будем одеваться и погнали. Закупились они с продуктами, теперь шагаем домой. А, как всегда, хочешь купить одно, покупаешь в 2 раза больше, совсем не то, что планировал. Типичный поход в женщинный магазин. Ну нет, я особо не выбилась из того, что я планировала, но просто увидела по скидке и не могла не купить. Так что сейчас идем домой, возможно, еще куда-нибудь зайду тут. Сегодня у нас на улице -5, ощущается, как все -10. Еще и ветер. Зашла я в Улыбку Радуги и купила большой-большой рулон салфеток, потому что у нас тряпки летят. Ой-ой-ой. Вот, и у меня уже закончился, там у меня были рулоны, еще заканчиваются тряпочки. Вот, и поэтому купила, не знаю, видно, не видно, такой огромный-огромный рулон, тоже по скидону. Вот, так что сейчас... поднимаемся домой, будем кушать, и Ари уйдет в сон. У меня есть и еда на обед, я вчера варила, поэтому мне ничего готовить не надо. Я, пожалуй, либо помонтирую, отдохну, вот, поубираюсь, может быть, повыжигаю. Поэтому такие планы. Так, что я купила? Такую кашку ей. Безмолочную, многозлаковую. Потом сметана.
кефирчик на оладушке, возможно, послезавтра сделаю. Вот такой бальзам по скидке. Не знаю, посмотрим. Так, он стоит 500, а тут скидка была 50%. Виноградик на вечер. Бананчики немножечко. Творожок. И кабачки, которые так любит Ариана. Ну, собственно, и все. И вот такой рулон огромный. Не знаю, тут написано, что 451, ну, такой вот кусочек. Тут содержится маленький отрывной. Ну, посмотрим, насколько долго нам хватит. Вот, такой рулон большой-большой стоил 150 рублей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вы не удивляетесь, почему у меня Ариана в сапогах? Это просто сейчас такой возраст, когда она везде и всюду носит ботинки. Свои, не свои. И вот так вот готова целый день ходить в ботинках дома. Я ничего с этим не могу поделать, потому что... Ну что ты делаешь? Потому что это бесполезно что-то говорить, она все равно достанет, где бы это ни было. Они чистые, поэтому, ну, пусть носит, раз ей нравится. Ездить и умеет только назад отталкиваться ножками, а вперед не понимает, что надо делать. О, как поняли? За ручки надо держаться, доченька, за ручки надо держаться, а ты за ушки держишься. Еще у нас тут муз-ТВ. Сейчас пойду ужин варить себе. Решила я пельмешки покушать. Есть у меня два вида пельмешек, не знаю, какие мне лучше скушать. Есть такие сочные. Ой. Есть такие. Наверное, те. Потому что они уже открыты, надо их докушать. Так что буду сейчас варить себе пельмешки в своей любимой кастрюле красивой. Вот. И в одиночку буду ужинать. Ну, Ари уже покушала. Она сейчас перекусит творожок. У меня там не греется. Я выложила. Кто ко мне тут? Грязнулька пришла? Грязнулька? Сразу ручкой машешь. Привет, скажи. А я грязнулька. У меня футболочка грязная после ужина, да? Немножечко, да. Чуть-чуть испачкалась. Скажи, мамочка. Папочка, скажи, мамочка. Ой, так не надо показывать животик, не надо. Опусти футболочку. Не надо показывать. Скажи, бабушка, дедушка. Дедушка, бабушка. Нет, как ты мило говоришь так. Папочка, как ты говоришь? Куда ты убежал-то? Мамуня, ой, маманя. Так мило говорит, я никак не могу заснять. Вот только папочка вам засняла. А как она говорит, бабочка, дедучка, мамуня. Папочка. Вот когда ей что-то надо, она говорит ласково. А когда ей надо что-то потребовать или просто позвать, говорит просто мама. А так сейчас сидела там, что-то ей что-то надо было. Она такая, маманя, маманя. Папочка. Папочка. Бабочка. 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 Дидичка. Дидичка. Бабочка. Ну вот, я засняла. Забыла сказать, что Лёша будет, ну, в ночную, да, в субботу, на воскресенье. В воскресенье, оказывается, он придет и
Лешик придет довольно-таки не поздно, где-то в 12. И мы с ним поедем, наверное, опять в торговый центр. Ну, не в этот, в который были, а в другой, в наш, который в Винном. Который поменьше, но там тоже прикольные магазинчики. Вот. Там тоже закупимся и продуктами на недельку. Но это если с учетом того, если я не уеду в Тверь. И все-таки посмотрим костюм спортивный там, потому что, возможно, там что-нибудь будет, если мы в большом не нашли, возможно, и в маленьком. Вот, ну, в общем, там посмотрим что-то еще из одежды, наверное, погуляем. Так что пока такие планы на выходные. А если я уеду в Тверь, то вообще все кардинально по-другому будет. Так что не знаю еще. Но меня хотя бы радует, потому что я думала, что я прям все выходные плотно буду одна. И субботу, и воскресенье. А тут хотя бы у меня надежда. Я буду не одна. На сегодня по делам вроде как, не знаю, ничего у меня не запланировано. Я пока Рюшку спала, я помонтировала видео. Получилось у меня там порядка 16 минут. И я, наверное, вот этот день сегодня досниму. Туда вставлю сейчас вечерком, когда Ари уснет. И, наверное, буду делать обложку и выложу. Так что этот влог состоял их с 3 дней. Ну, там, из одного дня, дня тюлени у меня только, как я немножечко там что-то готовила. Вот, я вообще ничего не снимала. Поэтому, можно сказать, из 2 дней. Так что на вечер по планам у меня монтаж. Потом посмотрю сериальчик. Возможно, о господи, они грязные, Ариана. Вот сейчас она уже притащила мои ботинки. Иди свои носи, они чистые. Вот, и сериальчик, и, возможно, что-нибудь еще на ютубе посмотрю. А так, из планов больше ничего. Посмотрела вроде как, ну, что-то у меня как-то все убрано, убирать нечего. Ну что ж, мы купаться, намываться, и потом пойдем в баньки. Денек наш подошел к концу. Вот, спасибо, что были с нами. Надеюсь, дальше встретимся как можно скоро. Вот, спасибо вам за просмотр. Ари, помаши пока-пока. Пока-пока.